Друзья, всем ассаламу алейкум. Вот, загнал. Вот эта калита у нас для соли. Вон соль, друзья. Сейчас вам покажу. Вот такая вот грубая соль, друзья, рассыпная. Друзья, соль важна, но есть многие люди, которые или не знают, не дают, или не зная, не дают. Но, друзья, соль очень важна. Сейчас я постараюсь установить телефон и накидать соль. Соль есть. Это им хватит на сегодня, на завтра. Сейчас у нас здесь вода закончилась. Сейчас пойду, включу мотор, воду дам. Здесь, друзья, вот такая вот интересная вещь. Кто может, не знает. Из 200-литровой бочки сделанная. Здесь ведра. Это, друзья, кормушка. Кормушка для семечек. Сыпайте сюда полностью все и оставляйте. И здесь вот такие, друзья, отверстия. И по мере как овцы их кушают, здесь автоматически сама высыпается, набирается. И все. И чтобы всегда как бы корм был перед ними. Здесь одна отверстие, две отверстия, три отверстия. Четыре отверстия, друзья. Сделаны из покрышки камазовского. Вот такие ножки, кому интересно. Тоже очень интересная вещь. Кто откармливает баранчиков, набрал его полностью и оставил. И кушает целый день. Вот, друзья, покажу типичный экземпляр горной матки. И вот горный ягненок. Вот он, романовский ягнята, друзья, кому интересно. Все, друзья, на этом все. Пошел я наливать воду. Всем спасибо за просмотр.